Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Шадоев. Сегодня мы играем Гаррис Мод, карта у нас Бенди. Все просили, чтобы мы записали рубрику SCP гоняется за нами. Сегодня у нас подписчик просто какой-то невидимый. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Статуя, вторая и третья. Ай, хотел дверь закрыть. Так, ну что, сейчас повыживаем, посмотрим. Может еще потом добавим зомби или еще кого-то. Как получится. Так, так, так. Летающий автомат. Надо как-то за угол заходить, я помню. И все, теперь он меня не убьет. Теперь я отсюда не выйду. А! Блин, я так дернулся. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Выживание только начинается. Сейчас мы будем добавлять еще из цепишек разных. Такой звук классный издают, когда перемещаются. Но видите, три штуки на двоих нормально. Жить можно. Я только что видел, как она тпхнулась. Через всю карту. Ах ты жопа. Блестящая. Закроем двери, чтобы она меня не видела. Так, так, так. Давайте еще, знаете, кого поставим? Чумного доктора. Чтобы немножко было веселее, и мы на месте не стояли. Их тут много будет штук тусоваться. А что, они не видят, что ли? Я тут. Я тут. Идут. И сразу все толпой. Давайте немножко их подразним. О! Армия чумных докторов за мной идет. Пацаны, не успели. Мочите статуи за меня. Ого, еще с ноги по голове прописал, видели? Хочется просто зашкириться в этой комнате и сидеть, никуда не выходить. Потому что они какие-то очень жесткие. Мы все будем еще добавлять. Меня мало, вы же знаете, я люблю очень много. Кто видел прошлый ролик, видели, как я крашнул Гаррис Мод бомбами. Он идет за мной, и все, ему ничего больше не интересно, как меня убить. Так. Двери закроем. Он не умеет открывать двери, я знаю. И он меня уже не видит. А чем я могу убить? Шаром. Убил 049-го. Так, что, может еще поставим кого-нибудь? Так, музычка такая атмосферная, классно играет. Кто у нас тут еще жесткий? Маска. Щупальца, я вспомнил. Так, и еще мы поставим скромника. Ну как же мы без скромника? Еще и разных. Разные скромники, это хорошо. Еще и еще. Два таких. А что я наделал? И тут тупик, и тут тупик. Я успею пробежать, пока он бежит. Орет там. Двери. Закрывай. Кричит, слышу. Он плохо по карте ориентируется, он не пройдет через этого. Это совсем другой, кстати, скромник. Эти не орут на меня, не знаю почему. Может, там перед ними пройти? Я тут. О, еще один орет. И еще один. Ори. Все, давай, беги. Тут он кричит. Видите, он забагался, не может бежать. Отлично. Проходим сюда. Здесь тоже тупик. Мне надо как-то пройти здесь. Так, паркур здесь не поможет. О, я могу слайдить здесь. Чпоникс, тут тоже не пройду. А! Говно, блин. Я не знал, что он резко кинется так. Так, я далеко от них, но они орут на всю карту. Офигеть, что это за звуки. Все, перестали. Слышите, как вся карта прям шумит? Страшно стало. И статуи еще где-то есть. Они нас не мочат, потому что... Почему что? Чумные докторы здесь стоят. У нас вся карта запала... Ах, блин, жопа, я дернулся. Ой, отвали. Фух, я его запутал. Интересно, он в столбах может запутаться? Так, надо оружие какую-то взять мощную. Во! А ну... Вообще на изично вынес. Так, что-то они плохо гоняются здесь. Давайте удалим. Во. А! Зачем же я это сделал? Он, кстати, меня как-то странно бил. Я забагался в карте. Еще орёт сильнее. А, чумные докторы. Стоят. Смотрят.
Знаете, кого мы еще можем поставить? Можем поставить тот, кто будет вызывать черные порталы. А, нет, это не тот. Или это тот? Он просто ходит. Он может по всей карте ходить? Идет, идет. Просто какой-то кровавый челик. Это друг Бенди. Так, а я здесь бегу от него. Я его запутаю. Мы здесь пробежим. Ой, летающий автомат. Хорошо. Ладно, вот этот человек, который черные вызывает. Так, вот он. Это не он? А! Вот жопа, он сзади стал невидимый. Я думал, его убили. Так, здесь скромник. Пробегаем. Здесь какой-то челик просто стоит. А что он делает? Ой, ой. Щупальцовый. А, блин, чумные докторы пришли с двух сторон. Поднимайся, поднимайся. Вообще сильно. Хорошо, давайте мы еще... Хочу все-таки вот этого черного поставить. Вот он. Который из-под земли вылазит. Да, это он. Беги. Бегите, глупцы. Он двоих сразу убил. Эй, 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 эй. Как я тут выживу? Как же его запутать? Еще один. Ай. Что делать? Как прожить? Отойди, олух. Хотел меня ударить. Прикольно, вот эти чернильные челики. Да повернись ты. Блин, опять в этом месте появился. Как же тебя убить, а? А! Блин, он появился. Кричит, кричит, кричит. Этого вообще ничего не берет, даже в морду ему стреляю. Это жесть. Ох, он прикольный звук издал. Эта статуя перемещается. Вся карта заполнена NPC-шками и сцепишками. Да, я, наверное, чувствую, так долго буду его мочить. Закрой рот. Пошел я. Ты смотри. Придавили меня. Опа, стоит щупальщик. Чпоникс, их тут сзади меня нету. Они далековато. О, даже через стены. Я не знал. Проверяют, проверяют. Так, я знаю, что эти чернильные, они еще остались. Я ж несколько поставил штук. А это что у нас? Ой, это вертолет. Псих, понял. Ай-яй-яй, шадоу, псих. А что мне не мочите? А! Он меня отвлекал, а другой со спины мочил. Красавчик. А, что такое? Он меня держит, я не мог выйти. Двое сразу. Так, что-то статуи мало, да? Вам не кажется, ребята? Сразу три штуки пришло. Только вспомни про них. Они уже здесь. Вся карта заполнена трупами уже. И зомби ходят. Они очень медленные, сцепишки. А, он во мне появляется и держит меня. Ого, так быстро встал? Ха-ха-ха, прикольно. А ну посмотрим, смогу ему вынести мозги. Очень крепкий мужик оказался. Вообще не мочится. Сколько ж у него жизни, интересно. Есть. Всего 5 обоим, подумаешь. Смотрите, сколько статуй. Как вы думаете, мы выживем или нет? А, я моргнул. Надо на всех смотреть одновременно, я так понимаю, да? Я даже не боюсь среди них ходить. Ну, конечно. Потому что они могут сразу убить. Вот это их там стоит, сколько штук. Так, сейчас, ребята, мы их всех будем подрывать. Есть парочку бомб у меня вот таких вот. Пацаны, 3 штуки. Вы готовьтесь. Бум. Это очень сильные бомбы. Их вообще такое не берет. Я вам принес сюрприз. Парочку бомб. Небольших. А что они не активируются? Просрало, что ли? Бум. Видели, сколько упало стульев? И пару статуй. Готовил я очень мощную бомбу. Смотрите, какая она маленькая. Но я вам сейчас покажу, как она взрывается. Это просто эпик будет. Вот так вот. Просто маленькая баночка.
Вот это жесть вообще сильно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!